Технический контроль на дорогах. Сотрудники ГИБДД проводят тотальные проверки общественного и грузового транспорта. По новым сейчас правилам такси должно иметь на кузове белый цвет, светоотражающую желтую полосу и серая полоса. У этого водителя все в порядке, поэтому он смело может возвращаться на маршрут. Такси и автобусы в центре внимания у сотрудников транспортного контроля. Увы, ДТП с их участием не редкость, поэтому инспекторы проверяют не только документы, но и техническое состояние машин. Даже за самые небольшие нарушения выписывается штраф от 3000 рублей. Мы особое внимание уделяем на техническое состояние. Это рулевое управление, исправность, тормозная система, чтобы была исправна. Наличие у водителя огнетушителя, аптечки, знак аварийности. Помимо общественного транспорта, особое внимание уделяется грузовым автомобилям. Это связано с тем, что за период прошлого года количество ДТП с участием водителя грузового и пассажирского автотранспорта на территории округа выросло более чем на 60%. Такие совместные технические рейды сотрудников ГИБДД и транспортного контроля будут проводиться регулярно. По итогам данной проверки было составлено 16 административных материалов за различные правонарушения.